хочу спрыгнуть еще раз. Так прикольно купаться голенькой. Вы даже себе представить не можете. Может быть, будем верно лечить расстояние. Каждый раз разрезать с нетерпением облака. Сейчас я хочу скатиться с этой горки. Го-го-го-го! Я уже голенькая. Да. Короче, мы чуть не заблудились сейчас, если честно. Я так немножко даже запереживала, потому что когда мы туда ехали, получается, было легко. А когда назад уже, там еле-еле крутилось. Вот. Я, конечно, немножечко запереживала. Но ничего, вот мы нашлись. Скоро возвращаемся в отель. Там меня ждет букет цветов. Андреа мне третий букетик цветов подарил. About flowers. Mm-hmm. Вот. И выпьем винишко. Обязательно. Взяли вот такую штуку, где надо крутить педали, пока... Почему? Why? Not fast. Why? I don't want to take people. А, it's okay. Крутить педали, пока пизды не дали, поэтому... I think more here. Ага. Вот, крутим педали, едем, кайфуем. Короче, у нас план такой. Во-первых, люди задержали на час. Вот, I think more there. А, вот эту вот хуйню, да? Вот, но это ничего страшного, потому что мы тогда только часик будем. И мы сейчас хотим посетить... Difficult. От Андреа меня просто задарил цветами. Смотрите, я как красиво все оформила букетики. Три букета уже подарил, мне просто задаривает на цветами. Я такая счастливая. Желаю, чтобы всем тоже так дарили цветы, чтобы было столько же романтики. Сегодня я вот в таком купальнике. Честно, я прихуела его разбирать. Потому что, короче, он тут у меня запутался после стирки. Я его еле-еле собрала, честно говоря. Вот, какие мальчики красивые здесь. Всех хочу. А так мы пришли на пляж, я немножко поправилась. За счет того, что я ем очень много круассанов. Здесь очень вкусные круассаны с фисташкой и получается с этой нутеллой. Я, короче, по два круассана с утра ем, прикиньте. Вот, ну поправилась, чуть поправилась, конечно. Что-то как-то вот поправляюсь я часто, не получается вот у меня никак скинуть. Раньше я, получается, весила 49 килограмм, и вот ну никак у меня не получается до 50 килограмм дойти. Там до 52, а потом опять поправляюсь. Так, мое полотенце с панчи Бобик. Толстушка. Капец, ребят, мне притащили просто охуенную тарелку. А как я все это съем? Это очень много. Я столько, наверное, не съем, Андреа. And you, you have a lot? One of the biggest carbonara today. Yes. It's the biggest tagliatelle, which I had. Охуеть, нихуя себе не наложили. Просто. Ну ладно, пойду кушать. Так, мы решили сделать карикатуру. Андреа на память. Андреа рисует. Но это будет типа карикатура, где мы будем вдвоем. Но просто стульчик один, поэтому я потом присяду. Вот. А так его рисую. Я бы вам показала, но тогда мое лицо не будет влазить. Поэтому я не могу вам показать. Вот так.
здесь они похожи. Сегодня мы были на пляже, взяли вот это вот крутить педали, в общем, покрутили педалями, я опять загорела хуя, и мой крем, который вот этот вот Nivea спрей, он закончился у меня, и я хотела купить другой, блин, он вонял так ужасно, и теперь у меня нет даже крема, а у них, ну, в смысле спрея, а я не люблю, знаете, я такой брезгливый человек, то есть я не люблю вообще в принципе трогать крем. Ну, для тела люблю, а вот который для загара, особенно когда меня просят, типа, помажь мне спину, но я брезгливая, я не люблю. Мне лучше там хуёв отсосать, чем кому-то спину кремом намазать, честно. Вот, поэтому я люблю чисто там спреем побрызгать, типа, и все, иди гуляй, Вася. Вот так я люблю. Ну, и себя тоже я не люблю, но себя нет, потому что у меня кожа приятная, нежная. Ребят, короче, нам сделали вот такую карикатуру. Блять, как вот тут похоже. Андрей четко стоит с цветочком. И такой типа стесняшка. И я сижу такая. Торжака. Короче, вот такая карикатура. В общем, мы попали на самый такой фестиваль, где сейчас будет фейерверк. Кирка! Partiranno dal Sofì, signori, e li busserete qui. Чё долго? Всё играет, играет фейерверк. Я уже заебал. Блин, такие ногти яркие. В общем, сегодня у нас был довольно-таки спокойный день. Сегодня у нас уже пятый день. И сегодня мы решили просто выйти в центр и погулять в центре. Но было так жарко, что мы просто там чуть с ума не сошли. Вот, вернулись в отель. Андреа, how do you like the vacation? Very nice, yes? Vacation is very nice. It's my first time to here in Sardinia. But very hot. Yes. Я уже давно отказалась от ресниц, так что вот такой вот нежнейший образ. Владишка. I have to drink. Drink, 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 because after will be more mess. Now we can live in this room finally. Я просто наш день, потому что сегодня нам разрешили сесть за самый лучший столик. Я так радовалась, я даже представить не могу, что раньше мы вот таким столиком сидели. Сейчас вот таким самым лучшим столиком. Сейчас произошел такой сильнейший соблазн. О, равиоли. Я обожаю чиз. Я обожаю. Это вот то, что я прям люблю. Короче, такой сильнейший соблазн произошел, что я косила от двух бокалов вина. В общем, мы заказали пиццу. Очень вкусную. Я, конечно же, съела очень много. Вот. Боже, как вкусно. Весь мир блок, Лола Тайлер.